Я в детстве всегда мечтал быть артистом. Я еще помню те времена, когда мне было 5 или 6 или 7 лет, и я с тюбиком из-под зубной пасты перед зеркалом под песню группы Bonnie and Sunny пытался перепеть. И, кстати, я тогда уже себя обнаруживал какие-то композиторские навыки, потому что я вот, точно помню, я пел эти, подпевал песням и думал про себя. А вот я бы мог вот здесь вот мелодию бы сделать бы там покрасивее или поярче. И то есть, в принципе, моя мечта сбылась. Кто мне помог? Ну, наверное, мама, царство небесное, потому что она повелась на мои уговоры переехать из города Орла в Москву. И я в 84 году переехал в возрасте 17 лет. Ну и сразу пошел. Группы вначале, какие-то конкурсы, потом неожиданная группа «Мираж». И вот с этого всего, конечно, стало проще стартовать. И буквально через год после того, как я стал работать в «Мираже», я вышел с сольным проектом и... Спасибо судьбе, сразу на стадионы попал. Как-то так получилось. Вот. Ну, в общем, до сих пор, как говорится, как меня дети спрашивают: папа, а почему тебя вот все любят, приглашают? Я говорю, потому что я 25 лет назад написал одну очень хорошую песню. И до сих пор... Ну, как-то так.